духе статья, которая будет требовать арест Плохотнюка, чтобы он не думал, знаете, как на самом деле нету Плохотнюка офшоров, оформленных на родственников, через которые выводились деньги БЕМа. И как он получал ушора, мы с этим разберемся. Но Плохотнюк сядет в тюрьму по статье 135, если не ошибаюсь. Это геноцид против собственного народа. И по этой статье сядет Плохиш, Махиш и вся его банда этих прихвостней, которые считают, что сегодня они являются хозяевами в Республике Молдова.